никто не пишет. Легендарная рок-группа Би-2 выступит перед нижнекамцами. Они станут приглашенными гостями на празднование Дня города и юбилей Нижнекамск Нефтехима. Также наряду с ними свои популярные песни исполнит Елена Темникова и Глюкоза. Сегодня об этом официально заявили на пресс-конференции, причем отметили, что выбор звезд сделали сами горожане. Мы несколько месяцев назад обратились через прессу, соцопрос, кого хотите видеть, чтобы выступил. Вот большинство, согласно того вопроса, выпало на Глюкозу, Елену Темникову и на группу Би-2. Вот поэтому эти три группы приглашены согласно опросу нефтехимиков и жителей города. Но все это будет вечером на Майдане. Днем программа не менее насыщенная. Парад «Карнавал» пройдет по улице Мира. Официально откроется обновленный сквер Лимаева. В каждом парке будет своя программа. Впервые Нижнекамск сам организует фестиваль еды. Завершится все праздничным салютом. Город полностью окунется в атмосферу праздника. Не забыли и про безопасность. На встрече с журналистами этот вопрос был отмечен особенно. Вход на Майдан бесплатный, но пройти смогут не все. В вечернее время меры предосторожности, меры безопасности будут приняты. Это и вход на территорию мероприятия, это металлодетекторы, металлорамки будут установлены. Будут повышенный уровень безопасности будет у сотрудников полиции, у немедленственной охраны. Безусловно, это распитие алкогольных напитков. Здесь легкие алкогольные напитки в виде разливного пива будут предусматриваться, но крепкие алкогольные напитки будут запрещены. Просьба отнестись к этому с пониманием жителей и свои алкогольные напитки со своими алкогольными напитками пускать на территорию Майдана не будут. Да и Ильинки пустят бесплатные автобусы. Они начнут ходить с 15:30 с пяти точек. От торгового центра «Якорь», «Бургер Кинг», с Бызовского рынка, Дома народного творчества и спорткомплекса «Шинник». Для тех, кто решит приехать на своей машине, организуют стоянку. Но стоит запомнить дороги, которые будут закрыты. 7 сентября. Там, у нас с 20 часов до 4 утра будет ограничено движение по проспекту Мира. Будет установлено оборудование. С 7 утра до 13 часов будет ограничено движение по проспекту Мира от улицы 30 Победы до проспекта Вахитова. А в обратную сторону, от проспекта Вахитова до улицы Баки-Урманча. Соответственно, с Чембеки мы можем выехать, повернув направо по проспекту Мира. На Майдан заезжать будут со стороны города, выезжать со стороны Красного Ключа. Сегодня на пресс-конференции журналистов заверили – все будет на высшем уровне. Алсу Арсланова, Максим Липин, новости НТР.